Андрей Андреевич, почему у меня не получается исполнить желание? Так все понятно. Для этого это объяснить это и доказать, что это работает, можно, если прочитать очень интересный и фундаментальный труд, который удостоился Нобелевской премии, которая называется у Нобелевского лауреата Ильи Пригожина, по-моему, Николаевича Пригожина, Ильи Николаевича, которая называется «Дисипатия». И диссипатия бионических структур. То есть вот он там приблизительно объясняет следующую структуру. Он говорит, что в случае, если твердая структура, имеющая какое-то желание, взаимодействует со структурой, которая находится напротив нее, то та структура, которая разрушается, эта структура, она создает порядок в той, которая стабильна. Вы, конечно, ничего сейчас не поймете, но я вам сейчас скажу приблизительно вот что. Смотрите, условно, если почитать внимательно о диссипатии, то можно условно сказать вот что. Твердое человеческое существо, оно хочет при помощи своей мысли создать из ничего, находящееся вне его, какую-то структуру. Само человеческое существо при этом, оно материально, но хочет создать материальное из материаль, из нематериального. В чем здесь проблема и почему этого не будет происходить? Материальное в нематериальном создавать ничего не может. Материальное может создаваться в материальном. Материальное — это наши руки могут создать что-то материальное, если руками это делать. Нематериальное — наши мысли могут создать руками нематериальное, то есть позвонить по телефону, кому-то нахамить, у кого-то чувства возникнут. Но может ли быть такое, что материальная мысль, нематериальная мысль, как писал Конфуций, может материализовать что-то? Несомненно, но это тайна, и я о ней сейчас вам расскажу. Если вы будете знать эту тайну, вы будете всегда изменять свою жизнь в самом лучшем виде. Для этого подходит слово, которое называется транс. Что такое транс? Состояние, при котором человек не понимает, что он сейчас чувствует свои руки и ноги, не понимает, где он находится. Находясь в этом состоянии, человек может просить или мечтать, или требовать от мира все, что он захочет. В этот момент все, что он попросит, у него будет исполняться. А если он в этом состоянии будет представлять, что в скором времени это у него появится, то это 100% произойдет. Именно поэтому я все время говорю, основа или ключ к тому, чтобы ваши мечты исполнялись, это введение себя в трансовое состояние, при котором вы не ощущаете ни руки, ни ноги, не ощущаете, где вы находитесь. И самое лучшее время для того, чтобы это делать, это тот момент, когда время по чуть-чуть исчезает, и вы его не ощущаете. Обычно это происходит после пробуждения. Когда человек пробуждается, то в этот момент у него появляется вот такое состояние. Он еще себя не полностью понимает, еще не понимает, где он находится, еще между сном и явью. И в этот момент с самого утра можно произнести какие-то слова, которые бы вы хотели. И оно по чуть-чуть будет строиться.